Открытый чемпионат по мини-футболе сярод офицеров Могилевского гарнизона прошел в Могилеве. За кубок змагались 5 команд. На поле для мини-футбола вышли как молодые офицеры, так и ветераны правоохранных органов. У лику удельников чемпионата были представники управления внутренних справ Могилевского облвыконкама, военнослужащие войсковой части 6713, команды Ленинского и Кастрычницкого отдела оховы и команда областного департамента оховы. До речи, миновито департамент организовал турнир, присвященный 100-годию белорусской милиции. После серии пенальти у чемпионате перемогли господары турниру команда областного департамента. Были отзначены лепшие уротары и лепший бомбардир турниру, вручили узнагороды и за спортивное долголетие. Организаторы подкреслили, что физичная нагрузка и спорт – обовязковая частка профессиональной подрыхтовки супрацовников правоохранных органов.